класс дрессиров R2500, чемпион России гонки на 10 миль, Новроцкий Сергей, город Омск. Он красиво ездил. Второе место занял украинец Иван, город Красноярск. Ваня, молодец! Третье место Пухтаевич Никита, Красноярск. Ваня, как всегда, был немногословен. Три вторых места за день. Одно на России, одно на Сибири. С последней позиции вырвал. Только что пришел к финишу. Заглох на старте, всех порвал все равно. Но полкруга отстал. Ну, в смысле, наверстал. Он принимал активное участие в подготовке чемпионата. Я, насколько знаю, несколько ночей не спав. А когда на самом ответственном старте в чемпионате России уже под конец второго дня, ну, когда довольно высокий уровень физического и морального утомления, у него на старте заглох двигатель, и все ушли уже примерно на километр вперед, он на воде смог самостоятельно справиться с этим. Запустил его, всех догнал и занял свое второе место, не пустив туда никого, а это самый взрослый. Самый суровый класс из глиссеров, и следом он занял, или чуть ранее, он занял также второе место в кубке на приз Енисея среди сильнейших гонщиков страны. Парню 21 год, он всего лишь КМС. Красавец! Красавец! Неужто Ваня второй-то? Да? Украинец Иван, город Красноярск.